давайте. Эй, девчонки, можно вас? Никогда не изменит нам никаких условий хороших, если мы не будем любить матушку природу. Понятно? Это надо любить. Ты захотел больше таких акций провести, чтобы донести до людей, чтобы они не выбрасывали мусор, куда попало, а именно баки и пластик отдельно, бумага отдельно и все отдельно. Как ты думаешь, Билла? Да, я согласна с тобой, Махнула, и нужно побольше набирать волонтеров, чтобы нам помогали. Природа – это наша жизнь. Если ты не будешь беречь природу, это будет очень плохо. Будущее. Надо природу беречь, не надо загрязнять. Вот в городе, видите, сколько. И мы должны любить природу, как и любили своих отцов и своих матерей. Я хочу, чтобы у нас было больше волонтеров, и все бережно относились к природе. Я хочу желать всем удачи. Пока.